Всем доброе утро. Мы немножко выспались, мы легли в 5 и проснулись в 10:30. Я немножко буду тормозить, потому что я плохо выспалась. Вот, мы продолжаем нашу работу, наше рабочее место. Мы уже почти закончили, у нас осталось Нет, у нас остался час до выхода, но у нас уже почти все готово. Так что надеюсь, что сегодня все пройдет успешно, и мы получим свою оценку и забудем об этом всем как о приключениях. Ладно, мы будем вспоминать это как просто приключение. Все, мы едем сдаваться. Да. Все, у нас все готово. Ну, почти все. У нас не работает, у нас один кораблик не ходит. У нас целая пара есть. Но у нас есть отмазка, исправим. Что мы помогали другой группе, которая будет участвовать в конкурсе, да? Или как он называется? Competition. Вот, поэтому мы будем ее использовать. Это реально забрало у нас очень много времени. Мы скажем ему. Мы долго. Мы ему покажем наше вчерашнее видео, что мы до 5 утра работали. Точно, у нас есть видео доказательств. Мы на паре. Нас проверили, у нас есть ошибки, но мы не знаем, возможно, мы сегодня сдадим. Я так и не поняла. Ты понял, Тим? Нет, мы сегодня не сдадим. У нас есть одна проблема. У нас кораблик не идет. Он должен идти еще вот отсюда сюда. Отсюда вот должен идти. Или отсюда сюда. Но он идет только отсюда. И мы ничего не можем с этим сделать. А у нас дождь. Да. Испортилась у нас погода. Мы сейчас едем в Ашан. Боже, мне кажется, я такая сонная. Я сонный. И мамы, отвернитесь от экрана, и мы голодные. Мы очень голодные. У нас 2 дня нефиг есть, и вообще не было времени даже выйти что-то купить. Не, мы вчера должны были поехать в Ашан, чтобы купить все продукты. Но мы сели за домашку. Но мы очень сильно задержались у Камилы. Ашан закрылся, и мы сегодня... Ну да, мы до пяти утра задержались. Яйцами обедали сырыми, кашей. С кашей с кусочком ветчины. Так что мы ели сырые яйца со шкарлупой. Катьке больше всего понравилась шкарлупа. Я ей оставляла, она его ела. Она говорит, ну так хрустит, так вкусно. Правда? Поэтому мы сейчас едем отрываться в Ашан. Да, сейчас накупимся еды и стол. Ох, наедимся дома. Я салата хочу. А я хочу карбонары. Поэтому хочу. Я сделаю себе карбонару, ты сделаешь себе салат. Договорились? Что выбираем? А что ты не берешь? Я не знаю, что. Так очень, вроде не очень. Смотри, дорого. Смотри, какое... Такое хочу. И такое. Я думаю, это вкуснее делаешь. Конечно, вкуснее. Конечно, мне это поставить, такое не хочу. Я хочу спать. Мне нужно это. Там и кофе это. Нет, там один сахар. И это. Ладно, я знаю, оно не вкусно. Смотри, сколько тут десертиков. Хочу десертик. Капучино. Это что, запеканка? Что-то там сырное. Возможно. Похоже на запеканку. О, чизкейк. Что он как-то... У Димы голодными нельзя приходить. Так посмотри, он как-то вообще не очень выглядит, если честно. Там внутри что-то рассыпано. Какая-то, да, фигня какая-то. А здесь очень... Глюкомонат натрия. На картинке очень красиво сейчас смотрится. Как обычно, в принципе. Оп, подкос подорого. Но выглядит оно совсем не подорого, ты видел? Смотри. Да, и вот смотрите, как вот это выглядит на картинке, а теперь как это выглядит в реале. Такое. Профитроли, смотри, Дим. Что это? Профитроли. Ага, они специально их спрятали, чтобы мы их не увидели, потому что они выглядят еще хуже. Потому что их мало. Они и так не очень выглядят, а там вообще плохо. Вообще дальше. Я очень хочу чего-то купить. Мы в Париже впервые попробовали Dr. Pepper напиток.
Нам очень он понравился, но здесь мы думали, что он в Испании есть, а его нет в Испании. Нам София Жорда нам предлагали взять с собой пару баночек. И мы такие, да у нас есть в Испании там по-любому. А оказалось, что нет. Очень вкусный напиток, он такой похож на колу, но только внешне он на колу похож. А не внешне не похож. А не внешне он не похож. Он со вкусом, как это называется, альмондо. Орехов. Нет, не орех. Миндаль. Миндаль. О. Смотрите, здесь симпсонский донат. Симпсонпи. Он так и называется. Слушай, он такой дешевый. Ну да, просто дешевле, такие чем вот такие вот донатсы, они стоят. Как евро называется? Данкин донат. Да, евро 50. Они такие же по размеру. И я уверен, что они такие же по вкусу. Да. Еще тут сахар есть. Ой, я так хочу тортик. Да, калач. Пошли, текаем отсюда. Давай. Я знаю, что это здесь очень дорого, но что-то я не могу найти цену. Знаете, обычно, когда что-то без цены в магазине, значит, это очень дорого. Я не сомневаюсь, что голубика здесь дорогая. Катька, может, клубничку возьмем? Мандарины по 89 центов за килограмм. Ой, я как будто продаю их, слушайте. Мы их возьмем. Они очень так аппетитно выглядят. Они прям такие оранжевые, что мне кажется, что я сейчас на камере тоже оранжевый. Супер дорогие эко-апельсины. Смотрите, ну так красиво выглядит. Тебе прям, знаете, как, тебе прям сфоткать нужно. Да, Сфоткай. Сколько они стоят? 2,50. 2,50 ты нашла? Да, хотя сейчас обычные апельсины стоят евро. Евро. Вообще, вон обычные, как бы, обычные продукты, обычные фрукты, там для обычных смертных, а вот здесь для необычных смертных. В этом отделе манго по 8 евро, на самом деле он стоит 3 евро. Да, здесь обычно все в 2 раза дороже, потому что это эко-лавка, и здесь просто, смотрите, они... Все фрукты просто до блеска натерты. И их продает женщина, их продает человек, а там самообслуживание, там весы. Вот такая вот разница. Какие тут наборчики для бульончика. Прям уже вот все готовенькое. Только сварить. А еще я вам сейчас покажу, тут мясо блондинок продается, смотрите. Да. Я люблю блондинок, но продаются в таком виде. Видите, здесь паштетик, который вырезан сердечками, и ложишь его на хлебушек, и получается такой милый бутербродик. Меня сейчас возненавидят все французы, я обозвала фуагру паштетом. Черт, я больше не попаду во Францию. Здесь в Ашане можно бесплатно упаковать себе подарок. Ничего платить не надо, просто мотаете бумагу и все. Клево. Все, мы пришли с Ашана. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Я купила виноград, чтобы докушать французские сыры, потому что это единственное, что осталось у нас в холодильнике. Потом Дима взял себе бекон на карбонару, помидоры. Еще купили лук, потому что совсем нету его. Так. 4 лука. Багетину за 35 копеек. Самый дешевый багет, который мы вообще когда-либо видели. Индюшатинку. Кстати, она воняет. У них всегда воняет мясо. Я не знаю, почему так. Я никогда такого запаха от мяса не слышала. Но, блин, пришлось привыкать. Водичка. Сок. Сок. Молоко. И сок. Сок, сок, молоко и сок. Да. А водичку просто захотелось очень пить, поэтому мы ее взяли. И не выпили. Чуть-чуть только выпили, да, и все. Потом кесо пара энсаладас. То есть фета. Она просто, честно, называется сыр для салата. Вот так. Да. Незамысловато. Огурчик. 52 копейки за один огурчик. Серьезно? Зачем ты его купила?
Ну, а на сэндвичи? Ты же хотел сэндвичи, плакал. Блин, ну, ну ладно. Сыр, апельсины. Это на салат. И очень много мандарин. Вот это тут получилось, получается 2 килограмма, но евро 86. Еще я купила... Травы. Травы. Грибов. Грибы и травы. Трава, грибы. Трава, грибы. Потом это сливки. Ната. Ната. У Наташи. Точно. Это нужно отдельный выпуск с ними. Еще я купила себе... Может, не показывать? Ну, ты постоянно его покупаешь, поэтому люди подумают, что-то случилось с тобой, если ты не купила Харибо. Я купила Харибо. Так. И мы купили камамбер, который мажется на хлебушек. Вчера у Камилы попробовали, очень вкусно. Угу. Кстати, Камила нам сегодня подарила подарок. То, что мы ей помогли. То, что мы ей помогли, она нам подарила такую штучку. Тут конфетки всякие. Вот. И еще было две штучки Ferrero Rocher. Две... Ну, три, да, шесть. Батончика. Их было шесть. Шесть. Шесть конфеток. Да. Было две упаковочки по три конфетки. Было очень приятно. Ну, как вы видите, уже Ferrero Rocher нет. Да, мы его уничтожили прям сразу. Прям сразу. Это наш холодильник до того, как я загрузила сюда еду. Да. Это набор победителя. Яблоко и пармезан. А это уже ситуация после. Вот. У нас много фруктов и овощей. И немножко мяса. Ну, вообще, у нас много сыра. Мы похожи на семью сыроедов. Но не тех сыроедов, которые едят сырую пищу, а тех сыроедов, которые едят сыры. Наконец-то наелись. За последние два дня Катька сразу брыкнула спать, и я пошел ее догонять. Пока.